всем приготовить зонтики. В рамках областного проекта «Поющий под дождем» в Центральном парке Видного прошел конкурс авторских зонтиков. Огненный дракон, звездное небо, множество сердечек. К задаче креативно украсить главный осенний аксессуар участники конкурса подошли со всей ответственностью и фантазию свою не ограничивали. А Наталья Обухова и ее воспитанники из МБУ «Энергия» даже установили небольшой рекорд, ярко оформив целых 3 зонтика. На изготовление шедевров ушла неделя. Клуб у нас называется, как, ребята, дружненько, «Волшебные поделки». Это наши ученики. Вот, и мы сделали 3 зонтика. Дракон, распределительная шляпа из «Гарри Поттера» и маленький инопланетный гость. Каждый зонт был украшен с любовью и вниманием к деталям. Их яркие цвета, оригинальные узоры привлекали взгляды прохожих. Во время флешмоба-дефиле все участники смело раскрывали свои зонты. Заслуженные аплодисменты собрала Лидия Лаптева из сообщества видновских мастеров. Ее работа под названием «Королева осени» украшена многочисленными листьями. Вещь не только экстравагантная, но и практичная. Он же не промокает, его мыть, стирать, это все как бы снимается, все разбирается. Поддержим аплодисментами, погромче. Мы вас увидим на улицах Видного именно с таким зонтиком. Да, 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 этот зонтик не промокает. Он даже крепится на любой зонтик. Завершила праздник под зонтиками музыкальная группа «Riding to the Paradise».